Ребят, всем привет, доброе утро. Мне тут такой хаос на голове. Я только умылась, вышла с ванны, нанесла уже уход на лицо. И, кстати, вот хочу вам сказать, поделиться. Мне вот такой пробничек дали в Ифраше. Это то ли новая ихняя уходовая косметика появилась. Это крем, а еще она мне давала сыворотку, девочка. Вот, 4 пакетика было. Хочу сказать, что мне прям даже с первого применения понравилось. Напишите, у кого была уходовая косметика от Ифраше. У меня как-то давно была сыворотка и крем. Вот, но не этот уход был. Мне нравилось. Это очень давно-давно было. Напишите, кто пользуется кремами, сыворотками. Как вам сейчас нравится? Нет, я, если честно, задумалась. Хочется прям, наверное, приобрести этот уход, но действительно очень понравилось. И вчера я еще после работы заезжала в Рив Гош, так как были скидки, и приобрела себе. У меня закончился уже почти дневной уход мой, скажем так. Это уже будет в следующих пустых баночках. Кстати, мне под моим видео пустые баночки написали: Лиля, как ты... Меня вот бесит, так распущу волосы. Лиля, когда ты успеваешь копить пустые баночки и сколько времени на это уходит? Но я каждое утро мазюкаю свое лицо кремом, поэтому у меня быстро все заканчивается. Ну, где-то, наверное, в течение 2 месяцев у меня все накапливается. Я приобрела, давайте вам покажу, вот такой уход от Биотерм. Вот здесь крем и сыворотка. Я, правда, еще не вскрывала, но немножечко попользуюсь и потом вам расскажу. Первый раз взяла, поэтому пока ничего не могу сказать, ни отзывы не читала. Вот просто пришла, мне нужен был уход, посмотрела, ну там поговорила с девочкой-консультантом. Ну, вроде бы как бы должен быть неплохой. Но вот этот от Ифраше мне прям, хочу сказать, зашел. Правда, зашел. Ну что, я побегу завтракать. Вот, я еще не кушала. Еще сейчас вам покажу. Достала фарш. Это, по-моему, свино-говяжий, если не ошибаюсь, чуть-чуть. И у меня было вот такое тесто для чебуреков. Оно уже раскатанное, готовое. Вот, сейчас оно немножечко разморозится. Я даже не знаю, сколько здесь пластин. Вот, так 500 грамм, а сколько штук, не знаю, но достаточно такое вот приличное количество. Я не люблю возиться с тестом, поэтому я купила вот такое. Мама моя тоже покупала, как-то готовила. Отличные чебуреки получаются. Мы это тесто брали в Ленте. Я знаю, что еще такое продается в Пятерочке. Поэтому, если вы не любите вот замешивать тесто, раскатывать, еще я знаю, на пельмени продаются уже такие готовые, тоже вырезанные. Вот в Пятерочке я часто видела. Пожарила я чебуреки, вот здесь накрыла их, вот такие получились. Здесь не прям много штучек, мы еще с сыном 4 съели, один дожаривается. Все, больше я чебуреки не жарю, вы не представляете, печка вся в масле, посмотрите, видите, это все масло, оно брызгает просто. Вся вот эта плитка, весь вот этот фартук в масле, здесь масло. Эта фигня, как я и говорила, нифига не помогает, но я для спокойствия души ее взяла и накрыла, и ничего не помогло. Вот, поэтому, если хотели такую штуку, не советую вообще. Вот, ну что, и мне сейчас предстоит уборка. Сейчас придется такую мощную артиллерию забрызгать здесь все забрызгать. Но это после того, как остынет варочная панель, пока она горячая, я ее не могу мыть. Вот, здесь посуда. Сейчас я ее тоже буду мыть. Ну и убралась, называется, я вчера. Уборка в кухне мне опять обеспечена. У нас второй день, продолжение влога. И мы выехали с мужем сегодня, даже не знаю, как это сказать, на Голубые озера, в Верхнюю Балкарию. Мы были 7 лет назад, наверное, там. Очень давно не были. Слышали, что там много что поменялось. Вот, изменилась инфраструктура. Я что-то с утра вообще не знаю, что говорить, у меня не складывается речь. В общем, мы едем в очень красивое место, давно там не были, и берем вас с собой.
Были бы это не мы, если бы мы не заблудились. Оказывается, мы поехали вообще не в ту сторону. Муж только сейчас это понял. Мы приехали в Карасу. Я не знаю, что это, поселок или село. Будем сейчас разворачиваться и ехать в другую сторону. Ну, на нас это похоже. Также мы в Грузию один раз ехали, ехали и приехали не туда, куда нужно было. Так, мы приехали на нижние Голубые озера. Есть еще верхние, возможно, поднимемся. Так, здесь кафе «Орел». Оно почему-то закрыто. Кстати, мы когда были здесь лет 7 назад, мы в этом кафе как раз сидели. Чайник. Так, нам туда. Такое кафе, но на улице почему-то никто не сидит. Написано, что кафе открыто. Вот. Здесь очень прозрачная вода. Несмотря на то, что вот в озере какие-то листочки, веточки, но вода реально очень прозрачная. Смотрите. Прозрачная-прозрачная. И насколько я знаю, здесь температура круглый год одна и та же, да, по-моему, держится? Да. Вот, не меняется, независимо от лета, зима это, осень или весна, вот. Но реально прям очень прозрачная вода. Прикольно. Я уже с покупочкой. Ай, покажу вам дома, что взяла. Так, ну здесь не вариант что-то не купить, потому что столько всего интересного. Много что ручной работы. Вот, прикольно. Так, мы прошли чуть дальше. Здесь можно вот прям возле озера посидеть. Но я не знаю, открыто сейчас здесь или нет, потому что... Ну вот так вот перевернуты диванчики. Скорее всего, все закрыто, люди не сидят, поэтому предполагаю, что не работают эти кафе. Вот. Хотя пахнет шашлыком. Скорее всего, внутри все сидят, а на улице. Хотя нет, вот сидят. Ну, просто, может быть, мало людей сейчас, и вон сидят. Нет, можно посидеть, да, на улице, покушать, попить чай. Тоже такое кафе. Так, прикольно, прикольно. Так, кафешка. Ну, мы, наверное, тоже где-нибудь посидим чуть попозже. Простите меня, простите, что я вас снимаю. Ну, будете звездами Ютуба. Тоже здесь можно поплавать. Водолазы. Вот. И можно понырять. Но, блин, так холодно, я бы точно не рискнула. Так, это что? Международный научно-исследовательский... Заново. Международный научно-исследовательский центр глубоководных исследований «Голубое озеро». Так, тоже типа смотровой площадки. Мы сели здесь в кафешке, прям возле озера, посидеть, заказали шашлык. Я заказала себе одну порцию аджапсандал и чай. Муж не ест днем, он на диете, но мы с собой домой взяли шашлык. Сын просил и хичины. Ну, сейчас принесу, покажу вам. И такая прозрачная вода. Вот, очень-очень прозрачная. Вот здесь мы сели. Вот такая красота. Прям возле озера. Кстати, девушка подошла, продезинфицировала стол, протерла специальным средством, антисептиком, но QR-коды ничего у нас не спрашивали. Мне принесли шашлык, я заказала из баранины, аджапсандал, но это нифига не аджапсандал, если честно, это как будто какие-то соленья.
Ну, маринованные овощи, а джаб сандал не таким должен быть. Был чай с лимоном. Вот, и хлебушек. Это мы заказали с собой. Муж ничего не кушает. Так что буду пробовать шашлык. Приятного аппетита, кто тоже кушает. Весь шашлык почти скормлен вот этой собачке. Тут еще кот. Я не могу кушать, когда смотрят животные, и пришлось поделиться шашлыком. Да? Вкусный шашлык? Угу. Мы решили подняться на верхние Голубые озера. Мы здесь никогда не были. Вот, первый раз здесь. Здесь как-то все облагорожено, огорожено. Детская площадка, беседки, где можно посидеть. Такое поле баскетбольное, волейбольное. Так, ну, очень даже красиво и интересно. И такой мост, там можно пофоткаться. Сейчас пойдем туда. Кстати, в этом озере вода вообще далеко не прозрачная, наоборот, какого-то болотного темно-зеленого цвета. Вот, даже дна не видно. Так, здесь есть даже вот катамараны. Не знаю, катаются на них или нет, но я думаю, что, скорее всего, нет, потому что, ну, вообще никто не катается. Либо желающих нет, либо не работают. Дома приехали, немного подзамерзли даже. Короче, такой бардак на столе, не обращайте внимания. Взяли мы с собой хичины. Здесь с зеленью, с творогом и с картошкой, с сыром. И, ой, по-моему, с зеленью и сыром. Ну, точно не знаю. И здесь шашлык. Вот, взяли шашлык. Вот, все нам обошлось. Вот вы видели, я ела аджап сандал, чай и один шампур шашлыка у меня был. Здесь две порции шашлыка и по два хичина. В общем, за все вот это и то, что я ела, мы заплатили 2200. Вот. Ну, здесь заехали KFC, Макс попросил взять ему. И еще себе я взяла вот такие тапочки прикольные. Стоили они 600 рублей. Вот. Красотень. Я уже умылась и хочу показать вам. Я купила на днях вот такую пижаму в Glory Jeans. Вот, она мне как раз, я ее только постирала, высохла, погладила и надела. Вот, с такой тематикой новогодней. Кстати, в Glory Jeans там еще несколько было пижам интересных, такого красного, темно-зеленого, с елочками. И вот очень даже прикольно. На завязочках штанишки. Вот, но она продавалась не комплектом, а все по отдельности. И я вот так собрала сегодняшние тапочки, которые я приобрела тоже. Кстати, вообще классные, теплые, удобные. Вот, так что если будете в Glory Jeans, обратите внимание. Я специально взяла такую широкую кофту, штаны посвободнее. И прям прикольно. Вот, мой ободочек. Пойду нанесу сейчас свой уход и буду отдыхать. Буду на этом с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Зеркало, кстати, заляпано. Спасибо, что были со мной. Посмотрели это видео до конца. И встретимся уже с вами в следующем видео. До новых встреч и пока-пока.